яхты стоят, туда заходят круизные лайнеры, они прямо на рейде стоят в центре этой бухты, и туристы, конечно же, с круизников выходят на маленькие лодочки, лодочки идут в сторону берега, и, естественно, это туристы, которые собирали Ротшильды. Но самое, что не есть красивое у этой виллы, это парковая зона, причем там 9 садов, но в разных архитектурных парковых стилях. Там есть парк в стиле Версаль с поющими фонтанами, японский садик, провансальский садик и так далее. Смотрите направо, внизу с правой стороны бухта Вильфранш, внизу справа, и за вот этим тоннельчиком, еще раз, с правой стороны бухта Вильфранш и мыс Капфера. Очень часто этот вид называют райский уголочек на Лазурном побережье. На мысе Капфера есть еще одна известная вилла. Это вилла, построенная промышленниками по фамилии Зингеры. Леопольд II. Леопольд II, он правил в Бельгии в конце 19 века, и он был дядей британской королевы Виктории. И когда он на это побережье стал приезжать, нравилось. И на мысе Капфера он купил землю. Правда, приятно зимой, когда прохладнее, когда не жарко, да? И с этой тропиночки есть спуски к маленьким пляжикам. Вот можно, естественно, передохнуть и потом дальше пойти. Но 28 километров, конечно же, весь день требуется для того, чтобы вокруг всего этого мыса это расстояние пройти. Внизу городок справа, где виден порт. Этот городок называется Болье, что в переводе с французского означает «красивая местность». Из-за красивого места расположения, и это самый теплый городок на всем Лазурном побережье. Он очень хорошо защищен скалами, туда не задувают холодные ветра, а море Средиземное – это термический регулятор. И если в Ницце зимой среднесуточная температура плюс 10 градусов, в городке Болье среднесуточная температура плюс 15 градусов, да? То есть зимой здесь можно на пляжике совершенно спокойно загорать. Там песчаное покрытие внизу справа. И буквально через несколько минут мы делаем остановочку. Вот южная, естественно, продукция, то есть южные французские бренды. И у них свои названия духов. И все духи у них стоят одинаково. Советую купить себе флакончик французских духов. Все-таки вы во Франции, это самый лучший сувенир, который вы из Франции можете себе домой привезти. Или же в подарок. Тем более, не за горой Новый год, или же рождественские праздники, у вас подарок будет готовый. У них цены фабричные. Цена меняется, друзья, у них только от величины флакона. У них 4 размера флаконов. Самый маленький флакончик любых духов 28 евро стоит, 15 миллилитров. 30 миллилитров любых духов стоит 40 евро. И есть у них флакончики побольше, 60 миллилитров любых духов